Томичи намерены судиться с оператором кабельного телевидения. Очевидцы рассказывают, сотрудники компании самовольно проникли на технический этаж и установили оборудование. За его использование придется платить жильцам многоквартирного дома. Представитель компании разговаривать с журналистами не стал. Независимые юристы подтверждают домыслы Томичи. Перед работами нужно было получить разрешение совета дома. Жители, в свою очередь, добиваются демонтажа оборудования.